Всем доброе утро. Утро у нас опять пасмурное. Опять потому, что вчера было пасмурное. Едем в школу снова. Валим. Снова потому что мы там уже были недавно. Мы ездили к логопеду туда. На встречу с логопедом. С консультантом. В общем, логопед должна была сделать Вале проверку. Должна была проверить ей слух, как она произносит какие-то звуки, слова. В общем, ну, с чем работать, материал собрать. А Валя наша оказалась истинной Валей. Валя не Валя будет, если вот так довериться сразу взрослому человеку. В общем, нас вызвал логопед, чтобы я помогла все это дело диагностировать. Я сейчас буду, наверное, с Валей в одной комнате и просить ее, умолять, чтобы она произнесла эти звуки. Я не знаю, даже не представляю, как дальше логопед будет работать, потому что для Вали это действительно проблема — довериться чужому человеку и начать работать. Ну, вот такие вот мы. Вышла от логопеда такая полурасстроенная, потому что Валя не стала никак взаимодействовать. Надо было слух ей проверить, но слух еще кое-как она в конце все-таки расщедрилась, сказала, что она слышит, что она не слышит, а вот нужно было по карточкам, то есть я ей говорю, как это называется слово на английском, а она должна повторить, чтобы логопед услышал, какие звуки у нее нормальные, какие нужно ставить. Это она тоже не делала, карточки она тоже не разложила, там нужно было карточки разложить, составить историю по карточкам. В общем, она отказалась делать. И мы отложили пока занятия с логопедом, решили, что она пока что будет взаимодействовать с канцелер, как-то так называется, консультант их. Он ее будет социализировать по возможности. Вчера они сделали Вале встречу с ее бывшими подругами. Все-таки жарко. С другого класса, ее закадычные подруги, они сделали такую встречу в другом классе. Накрыли стол или просто со своими ланчбоксами девочки туда пришли, но Валя сказала, что они обедали там за столом отдельным, а потом игрались. Это они нам такое обещали сделать еще в начале учебного года, когда узнали, что у Вали в другом классе остались ее лучшие подружки. Вот теперь они решили этим делом заняться. Мы пришли в Костко с Валей. Нашла себе конфеты, такие шарики, там кокос, орешек, 907 грамм, $15. Тут дует. Они включили вентиляторы, вообще в Костко и так не жарко. Смарт-часы у нас Валя такие хочет. Kidizoom. $40. Пакман. А в прошлый раз не она была? А, они вообще мешают. $600 стоит, Валя. А, это сам аппарат, Валя. Это продается аппарат этот, вот этот весь. А можно поесть? Не, ну просто проверяют тут люди. Костко такие наборчики продаются. Здесь Гарри Поттер. Можно связать вот этих персонажей. Ну, классная получилась бы сова. Супер. Такие календари красивые. Вот. И бонус тут какой-то. Я правда не понимаю, в каком виде они там внутри. В виде перекидные или это просто листы. И бонус принт. Написано, по-моему, там даже рамка, что ли. Да? Вообще красивое такое. Вот на подарочек такой. $12. На небольшой подарок. $11.50. Очень красиво. Вот это особенно мне красиво. На два часа. О, я хочу такой календарь на самом деле. Очень красивый. Вот это красивый. Москва в январе. Москва в январе? Это мира. Так а где Москва в январе? Москва в январе. Ну, вряд ли тут будет Москва в январе. Птицы в саду. И бумага такая приятная, вот эта обложка вообще классная. Тут много таких интересных вообще на подарки. $14. Вот. У меня дети, конечно, уже выросли. Роботы. Он такой толстенькая. Здесь книжка, а здесь
вот эти детальки. Модель собирать. И тут несколько таких книг есть. Динозавров собирать. Есть лего собирать. Тоже вот тут коробочка. И вот космос тоже. А, и земля. Тоже какая-то моделька. Интересные такие книжки. Модели собирать. Такая книга Гарри Поттер. И тут что мы имеем? Где сами детальки? Самому делать. Это книга, чтобы... Подожди. Как делать? Чертежи. Нет. Книга моделей написана. Книга моделей, вот. Возьми листик размера. Да-да-да, давай. Где сами... Вот они. Вырубка. Плотная? Нет. Тонкая? Очень тонкая. Ну, я бы не сказала, что прям... Ну, не картон, но поплотнее, чем бумага. Неизвестно насколько. У нас старший сын это все очень кстати, любил. Очень прям. Еще и пригодится, потому что такие маленькие детали, которые склеиваются, видишь, для таких мелких акварий не подойдет. А, и паука можно сделать. А, и дерево. А, тут несколько моделей. Я думала, тут всего два здания, а тут вот сколько тут всего моделей. Много моделей разных. По Гарри Поттеру и вагон. Хогвартс Экспресс. Вообще класс. Вот, бери сама, но я не очень люблю делать модели. Гарри Поттера люблю, модели нет. А, тут несколько. Тут, Виталь, тут еще вот игра. Вот, Game of Thrones. Игра престолов по фильму. Вот такого мультика. Ночь перед Рождеством. А это что? Вообще интересно, тут книги. Они меняются. Мы вот что-то в прошлый раз... А? Меняется? Да ты чё? Такие интересные иногда попадаются. Смотри, книга человека изучать. Шарк. Что-то... Изучи книгу Шарк перед океаном, да? Нет, не захочется купаться. Алиса в стране чудес. Сейчас я быстро досмотрю. Ух ты! Диск. Куда его только вставлять? Такого уже нет. А, это чисто по фильму, как фильм создавали, видимо. Мультик. Красивая книга. Красивые здесь книги такие. Прямо такие приятненькие книги. Это искусство. Дисней. 100 лет. Золотые книги. А что внутри там? 12 золотых книг. Little Golden Books. Каких? Вот этих маленьких. А, класс. Класс. Все класс. Искусство через года. Тоже красивая. Еда. Вот такую, да, сейчас книгу листали люди, стоят. Это американская еда. Можно купить, научиться готовить, как они. Да, явно их вафельки. А вот Гарри Поттер. О, Виталь, Тимофей такую хотел. Гарри Поттер кукбук. Он давно хотел, $13. Когда? Я с ним приходил. А, да? Так он уже вырос чуть-чуть. Он хотел ее 2 года назад. Нет, я говорю, лучше эту я возьму. Какую? Взял. А это, а почем она там была? Здесь она, видишь, $13. Там разные были цены, там твердые упаковки, мягкие. Как попкорн сделать? Письма. Гарри Поттер был. Не описание про Гарри Поттера. Ну это книга. Это кулинарная Гарри Поттер. Да, я вижу. Да тут много всякой интересности. Это что, тоже по Гарри Поттеру? Календарь. Адвент-календарь. Ух ты. Класс. Ладно, хватит ухтыкать. Кинг. Персики. $10. Очень хорошо пахнут, но дубовые. Я пощупала, думала взять, но они прям очень твердые. Наверное, они незрелые абсолютно. Сливы. А сливы мягкие. 5,70 стоят. Ножками запаслись в морозилку кину их дома. Печеньки подарочные европейские, $15. Красивая коробка, полтора килограмма, 1,4 кило. Такая железная коробка, красивая. А это я тебе не буду показывать, что это. Подожди, ты мне подар... О, май, как говорится, блин. Сколько стоит? Я это люблю просто сильно, очень. Где это лежит? Баклава, пахлава моя любимая. А ее много. Вот еще такие. Или это одинаковые? Ты с гнездами взял? Сколько она стоит? Она стоит
$11. Баклава. Она называется не баклава, а баклава. Посмотрим, насколько ты совестливый человек. Положишь ли ты назад коробку и не возьмешь ли ты... Я люблю пахлаву больше всего на свете. Я ее очень люблю. Сколько там грамм? Полкило, да, да. Что ты трусишь? Килограмм вон. Я пытаюсь... Ты взял ее? Смотрите, какая вкуснотища. Ням-ням-ням. А Валя в новой кофточке. Покажися. Только ты ее что-то растянула. Валя мерзнет, поэтому ее растянула. Паприку взяла 6600. 6,60. Органик паприка. Вот. Ищу просто себе специи разные, чтобы в суп добавлять, в том числе в мясо. Вот я такую не знаю. Читала. Масляный. Что-то там и масло в составе. Sunflower. Просто, по-моему, баттер, да. Странный состав. Погнали. Здесь продается органический шафран. $13. Капелька его там. Несколько волосков. Совсем мало. Красивая баночка. 1 галлон майонеза, Виталий. $13.50. Такого майонеза мы еще не встречали. Но его, что интересно, берут. Это может, когда свою какую-то, не знаю, кухню имеют люди, кафе. Иначе зачем столько майонеза? 1 галлон, 3,780 литров. Его даже не поднять. Огромный. Будем брать? Да, стоим ряд, 24. Ну, давай возьмем. До Нового года не дотянет. Как не дотянет, когда впритык? Нормально все. Не, не будем? Будет так сидеть. Ну, ладно. Лучше такой взять. Я не знаю, какой он, хороший или нехороший. Или не все одинаковые примерно. Это классический авокадо. С маслом авокадо. Mm. Давай возьмем, попробуем. Почем он? $7. Это не стеклянное. 946 миллилитров. Спагетти взяли. Типа скидка нарисована, Виталь. Было 13. Были спагетти 13, сейчас 9,79. Вот я не помню, сколько они действительно были. А мы такие не брали. Мы брали Бариллу. И вот эти брали мы макароны. Вот они 10,79, вот эту пасту. Виталь, как насчет органических мультиколорных фарфала паст? Как... А, это классные штуки. Как насчет цветной пасты? Ну, конечно, не дешево. 6,89. Просто для красоты. 750 грамм здесь. Не будем брать, пожалуй. Есть нечего, это нам на раз сварить. Ну нет, не на раз, на два раза. Что тут? Тут колбаска. Колбаска без холодильника. Так она это так и должна храниться. Это такая специальная колбаска. Это на подарок. Какая-то красота. Японские печеньки. Так написано. Мару. Ну вот эта фирма, наверное, японская. 12,60. Даниш. Красивый дизайн. Приятная такая упаковка. Тоже печенье на подарок. Наверное, к Новому году. Наверное, люди берут. Ну, на Рождество. 11. Кто-то избавился от моей пахлавы. Ну, не от моей. Это не мы выложили. Кто-то выложил. Я свою не выложу точно. Я бы еще одну взяла, вот эту. Скидка на Pineapple. Ананасовая. Взяли нутеллу. $14.50. $14.60, по-моему. Взяли в школу $15. Вот этот Trail Mix. Микс для путешествий с орешками. M&M Dance. Упаковку вот этих взяли. 20 паучей. По 11.69. Дети хорошо едят в школе. И удобно. Кексики. Вот эти взяли тоже. 40 штук, 16,90. Харибо взяли в школу, 125 там таких упаковочек, 13,69 и палочки. То есть все, тоже в школу можно класть. 12 упаковок разных. Бельгийские конфетки Годива.
Там были другие, там Леди Годива именно на коне, обнаженная. Это просто. Так, вот они, 7,69, они сейчас по скидке. Виталь, 7,69 они стоят. Сколько там грамм, интересно? Она вкусная, 422 грамма. Они сейчас по скидке. Это с орешками внутри, это тоже вообще вкуснятина. Такие красивые, такие блестят. Ферера. А, и на Ферера сейчас скидка. 11,69 сейчас Ферера. Сейчас можно затариваться на подарки. Коробочка 600-граммовая. А так 15,5 долларов. Okay. Любили в шоколаде. Сколько там? Они просто тяжелые. 907 грамм. 12,69. Вкуснятина, наверное. Херш снагетсы. Сколько тут их? Короче, мы по конфетам пошли. Мы что, к Новому году затариваемся? Ну да. Здесь полтора почти килограмма, 17 долларов. Я зашла впервые в Костовскую аптеку посмотреть. Конечно же, тут всего по 2-3 штуки. По 2-3 штуки. То есть, если постоянно страдают люди аллергии, то они берут такую упаковку и не парятся. Всего по несколько штук тут. Не, ну вот это да. Я нашла свои любимые вафли, наконец-таки, 11,80 они стоят. Вот они мои вкусненькие, 800 грамм, итальянские вафельки. Hello Kitty в аптеке, 20 это долларов. Это да. Большая, это резинки. Резинки от Рея. Есть еще бирюзовые вафли. Такие. Да. Стоим за хот-догами. Мы сегодня мало взяли. Кстати, на сколько мы взяли-то, Виталий? На 217. 217 долларов. Вот там еще внизу. Снеки. Скромненько, скажем так. У нас обеденный перерыв, как всегда, с хот-догами костовскими, огромными и колой. Ням-ням-ням. Озеро выглядит как море. Оно такое прям бескрайнее. Там, конечно, видно берега, но вид не озеро, вид как будто море. Так, раз уж я тут на кухне, показываю конфеты. Попробовали конфеты, мы такие в Костко покупали. Вот такие шарики, там внутри орешек миндальный и кокос. Написано, что кокос с темным шоколадом. Вот они такие шарики. Орешек, кокос, все вкусно, сладко. Но шоколад, он вовсе не темный. Вот написано Dark Chocolate. Не знаю, я думала, вот будет как немного горьковатый, вот твердоватый. В общем, как темный настоящий шоколад. Я бы сказала, что он больше молочный. И для меня много сахара. И на первом месте, вот тут состав есть, на первом месте в Dark Chocolate стоит именно sugar, то есть сахар идет. Как известно, что стоит на первом месте, того и больше всего такого ингредиента будет содержаться в продукте больше всего. Вот, пожалуйста, сахар. Ну, вкусно, конечно, но раз они заявили Dark Chocolate, хотелось именно его получить. Но так нормально, пойдет, как конфетка. На этом не все. Показываю дальше, что я уже продегустировала. Килограмм здесь пахлавы. Содержится, вот видно, ячейки я уже попробовала некоторые. Пахлава написана, произведена в Дубае. Вкусная. Она влажная, сочная, сладкая. В общем, она такая медовая, орешкой. Вот тут все видны орешки эти. Вкусная. Я просто любитель большой пахлавы, поэтому мне очень даже зашло. Тоже покупали в Костко. Вот ее я, в принципе, рекомендую, наверное.